1 сентября в Кирове будет введена новая система оплаты проезда в общественном транспорте. Обращение с электронными проездными по-прежнему вызывает множество вопросов у кировчан. Сегодня состоялась прямая телефонная линия, на которой представители администрации города ответили на все волнующие вопросы. С 1 сентября в общественном транспорте будут действовать электронные карты синего, красного, желтого и зеленого цвета. Каждая рассчитана на определенную категорию пассажиров. Большинство горожан начали приобретать новые проездные в последние дни, что вызвало появление очередей и большой спрос на карты. Поэтому на прямую телефонную линию чаще всего звонили пассажиры-льготники и задавали вопрос, где еще можно приобрести карту. Я являюсь инвалидом второй группы. И как мне получить этот проездной? Мне надо это самое куда-то ехать или в обычном киоске его покупать? Ведь там ведь нужно какие-то документы ведь заполнять. В обычном киоске вы не можете получить этот билет, потому что там реализуются билеты красного цвета для категории граждан, которые не пользуются льготами. Для того, чтобы вам получить проездной, электронный проездной билет, который выглядит в рубашке синего цвета, вам необходимо обратиться в Центральную диспетчерскую службу городского пассажирского транспорта, в отделение Хлынов-банка или в отделение Сбербанка. Там вы получаете этот проездной билет бесплатно, вносите сумму в размере 510 рублей и пользуетесь в дальнейшем, осуществляя поездки с использованием этой карты. Напомним, что сентябрь будет переходным периодом для льготной категории пассажиров. В течение месяца еще можно будет совершить поездку за 8.50 при предъявлении льготного удостоверения. Поступали также звонки, в которых горожане высказывали беспокойство, что карт нет в наличии ни в Сбербанке, ни в Хлынов-банке. Однако по этому поводу сильно переживать не стоит, так как, по словам местных властей, очередная партия электронных карт уже завтра появится в продаже. Сегодня очередная партия карт выходит из Москвы, завтра уже будет в городе. Это уже третья партия. Определенный ажиотажный спрос есть, поэтому я еще раз повторю. Вчера мужчина пришел и взял 35 карт одновременно. Зачем они, я не знаю. Но тем не менее, факт остается фактом. Не надо их набирать впрок, не надо их, соответственно, брать. Ну, я не знаю, для коллекции, для... Тем не менее, вот такой факт был. Звонили, предлагали администрации города выпустить в обращение карты, с помощью которых можно будет оплачивать проезд тем, кто не каждый день ездит на работу. Возможно, в скором времени появятся и такие проездные. Михаил Конышев, Владимир Подлевских, Вести, Кировская область.